Ангарский городской суд возглавил новый председатель. Срок полномочий предыдущего руководителя Натальи Сухановой истек, и теперь ее место заняла Ирина Гордеева. К своим обязанностям она приступила с 4 мая. Возглавлять учреждение по указу президента она будет в течение 6 лет. В прошлом Ирина Геннадьевна руководила Зиминским городским судом, работала делопроизводителем, судебным исполнителем и секретарем судебного производства. Имеет медаль 2-й степени за заслуги перед судебной системой.